Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами AcidSmart, и в этом видео мы рассмотрим, как перезагрузить компьютер на холодную. Как на холодную перезагружается ПК? Многие пользователи не знают, что на компьютере можно перезапускать компьютер, перезагружать, когда все у вас просто зависло. Вам нужно перезагрузить ПК. Для этих задач можно на холодную перезагрузить. Я сейчас вам объясню, как это все делается. Подошли к нашему компьютеру, вам нужно присмотреться к вашему системному блоку. Вот мой системный блок, и в нем нужно найти кнопку перезагрузки. Вот у нас кнопочка перезагрузки, вот она. И эта кнопка отвечает за холодную перезагрузку. То есть ваш компьютер, когда вы на него кликните, вы перезагрузите. Также на других компьютерах такое присутствует. Вот у меня другой компьютер, он расположен снизу. Вот эта кнопка перезагрузки. Его кликаю, и он перезагружается. Вот еще есть кнопочка перезагрузки. Нажал на него и перезагрузил. То есть это отвечает за холодную перезагрузку, когда все зависло и вы не знаете, как перезагрузить. Многие просто нажимают кнопку выключения, и компьютер выключается. Но чтобы не выключать постоянно, можете нажать кнопку перезагрузки, и компьютер автоматически перезагрузится. Но на некоторых системных блоках так кнопки перезагрузки нету, такое бывает. Но во многих случаях эта кнопка, она маленькая, непримечательная, и его вы найдете с передней стороны вашего корпуса. Просто кликните и перезагрузите. Эта кнопка отвечает как Reset Switch. Эта кнопка на материнскую плату подключается кабели от передней панели. Есть Power Switch и Reset Switch. Если эта кнопка не отрабатывает, значит вы неправильно подключили Reset Switch при сборке ПК. Теперь давайте нажмем кнопку включения. Компьютер вот запускается кнопкой Power. Компьютер включается, и резко мы его нажали и перезагрузили. То есть, видите, я только включил и сразу же перезагрузил. Вот сейчас операционка загружается, я взял и перезагрузил. С помощью данной кнопки. Я могу несколько раз так делать. Вот взял сейчас еще раз, кнопочку бабахнул и в итоге перезагрузил свой компьютер. Таким способом вы можете просто брать и перезагружать, если ваш компьютер зависает. Теперь у нас появилась подготовка автоматического восстановления. Наш компьютер пытается восстановиться, потому что мы несколько раз перезагрузили. Это Windows 10 пытается сам себя восстановить, хотя он должен уже запустить. Теперь учетка, запись, пароля нету, далее и восстанавливается. Диагностика компьютера сейчас происходит. Вот, я сейчас эту кнопку еще раз нажму, и давайте я вам покажу, как на него нажимать. Вот эта кнопка, я на него просто могу мизинчиком, вот так мизинчиком, потому что большой палец может и не нажать его. Мизинчиком я точно его нажму. Вот я его просто на эту кнопочку беру, и вот до углубления бабахнул и отпустил. Все. Наш компьютер автоматически был перезагружен. На холодную перезагружайте, когда вы в операционную систему Windows вошли, и у вас все просто зависло. Вы не знаете, что делать. У вас там все приложения зависли. Компьютер перезагрузит, чтобы возобновить работу. Мы запустились в операционную систему Windows 10, а теперь я хочу перезагрузить свой компьютер, чтобы вы увидели, как все сразу же перезагружается. Давайте это проделаем. Перезагрузим свой компьютер. Так, подходим к нашему системному блоку. Вот его кнопка перезагрузки. Вот она торчит. И здесь видим такой вот значок, видите? Вот значок, стрелка, вот так вот. Как будто бы восстановление системы. Но это не восстановление. Это значит перезапуск. На корпусе написано как перезапуск. Теперь самый волнительный момент. Я сейчас перезагружу свой компьютер. Вот кнопку пальцем беру просто вот так. И момент истины. Вот и все, друзья. Теперь вы знаете, что если ваш компьютер завис, вы с помощью этой кнопки просто
перезагружаете. Вот так вот, друзья. Все очень-очень просто. Пальчиком нажал и перезагрузил. Перезагрузка компьютера. И потому что все зависло. И вы не знаете, что делать.